Безопасность и качество жизни горожан в полной мере можно отнести к главным задачам федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» в Твери, в рамках которой завершены масштабные работы по модернизации крупнейшего городского водовода. Новая ветка проложена от Тверецкого водозабора до Дюкера у Восточного моста. Реализация данного проекта проводилась с конца 2019 года. Вот это архивные кадры, на которых видно, что 2 года работы по модернизации магистрального водовода проводились в любую погоду, в том числе зимой и осенью. За это время заменили почти 5000 погонных метров труб на более современные. Сегодня вода по новому водоводу уже поступает в город. Проведены гидравлические испытания, химические и микробиологические анализы. По сравнению со старым водоводом увеличены параметры подачи воды, что должно улучшить качество водоснабжения, особенно в отдаленных районах города. Предварительные данные уже показывают повышение качества водоснабжения в микрорайоне Южный. Это даст дополнительно 625 литров в секунду воды городу, повысит давление в том числе в самых крайних точках, это касаемо Южного. Этот водовод – одна из 3 основных магистралей, обеспечивающих питьевой водой 97% жителей Твери. Он был введен в строй более 40 лет назад. И, конечно, уже пора было провести работы по его модернизации. Сейчас трубы уже под землей, на объекте идут пусконаладочные работы. Подрядчик приступил к восстановлению благоустройства территории, которую затронули ремонтные работы. Главным образом – это асфальтовое покрытие и, конечно, озеленение.